Так, всем привет, ребят. В этот влог ведет не Даша, а я. А потому что я сейчас нахожусь в Москве. Я приехала в Москву ради концертов. Вообще, я приехала ради Motionless Invite на концерт. Но так получилось, что я еще попала на концерт Hattori. Хаттери были как раз 16 ноября, когда я прилетала в Москву. Я приехала туда, как бы заселилась в хостел и поехала сразу на концерт. Там мне очень, мне понравилось. Хаттери, как они выступают, правда, совсем не в своей тарелке чувствовала себя, потому что как бы не особо слушаю такую музыку. Но, в принципе, они классно отжигли. Звездами танцпола был Адриан и Клеменс, да. Вот, Матиас тоже вообще очень круто спел. И получается, у них барабанщик, он тоже очень классно играл. У них прям, у него еще палочки светящиеся. Я забываю его имя всегда. Даша тут, если что, подпишет, стоит. Вот, получается, костюмы у них были очень шикарные. Не то, что как, допустим, за границей, там они полуголову ходят, но так как они в Россию приехали, они знают, что может быть... На них, чтобы у них все прошло удачно, они поэтому были в закрытых костюмах, но они очень классные были. Они, во-первых, светились, их было видно издалека. Также было на одном, на песнях были лазеры такие, и прям когда на костюм попадали, было шикарно выглядело. Вот, сами костюмы у них были черные, это у Клеменса и Матиаса, а у барабанщика было... Белый костюм, потом сверху у него портупея была, и вот знаменитая маска тоже, вообще очень классно. Потом... Oh!
Я, кстати, не ожидала, что будет весь зал, но там, получается, если кто смотрел предыдущие наши, ну, влоги Дашины, то там был этот зал, театр называется, он как в Екатеринбурге телеклаб. Вот все то же самое, такой же большой ангар, и получается, я не знаю, на сколько человек, по-моему, может на 3000, может поменьше, не могу сказать. Вот, но весь зал был сверху, все VIP-места тоже были забиты. Я думала, что будет намного меньше, но нет. Прям зрители каждую песню пели, хаттери могли вообще ничего петь, ничего не петь. Прям каждая песня, весь зал скандировал, пел все песни. Это было очень круто и шикарно. Вот. Получается, было шоу потрясающе. Вот. У меня не прям сильно такие эмоции вызвало, потому что, ну, как вы поняли, что я не слушаю такую музыку. Если бы была Даша, то там бы был бы один щенячий восторг. Мне удалось только взять автографы, но не сфоткаться, потому что было очень-очень много народа. Мы сначала вышли на улицу, думали, что их там на улице подождем. Но кто-то сказал, что они в зале раздают автографы, и поэтому мы сбежали в зал обратно. Я там познакомилась с ребятами. Вот, и получается, уже они стали возле сцены, и там очень-очень много было народа. Но мне удалось взять у них автографы. И как раз в этот день, 16 ноября, был день рождения у Адрена. И его поздравить, это было очень мило. И он прям, видно было, что это очень приятно и очень круто было. Ну, это шикарно. Кстати, в Питере, они в Питере 15-го выступали, 15 ноября. Адрена не было, он прилетел только в Москву. И это было шикарно. Ну, мне понравилось. Вот. Это забавно было. Как бы я не ожидала, что пойду на концерт, как бы... Я не планировала, что вообще пойду на хаттери, но если такой шанс выпал, поэтому надо было использовать. Если что, может быть, Даша оставит какие-то кусочки из видео, но это было классно. Так, теперь, собственно, про концерт Motionless Sunlight. Он состоялся вчера, 18 ноября, это было в Москве. Концерт был крутой, прям очень классно. У нас прям тоже целый зал был, весь полный. Они выступали в... Black Green концерт. Вот, и получается, очень-очень много было народу. И все песни, все, причем от начала до конца все пели. Очень классно было. Также на одной из песен Крис раздавал розы. Он их кидал в зал. И это было шикарно тоже. Также в начале Крис вышел в маске. Если кто видел у него по Инстаграму, там такая у него оранжевая маска специально сделана была. Вот. Я попрыгала, зарядилась энергией. Просто шикарно. Все болит, как всегда. Но, блин, это супер было. Правда, там не все были, но все, не все мои любимые, но несколько было, это прям круто. Вживую они выступают отлично, прям супер, ребята. Потом также с моей стороны стоял Райан и Джастин, а с другой стороны стоял Рики. Он, конечно, к нам подходил, но нет, не мы.
много раз, а Кришна постоянно к нам приходил, подходил, по сцене ходил, танцевал, и, ну, это было круто. Вини, к сожалению, было не видно, но это, как всегда, издержки барабанщиков, что они на заднем виду, в плане их никогда не видно. Но он тоже прям шикарно играл, мне понравилось, прям супер. Вот. Короче, у нас был инцидент на концерте, то, что выбежала одна девочка на сцену. Я не знаю, почему, где была охрана в этот момент. И, если честно, если сравнивать Екатеринбургом в телеклубе, там у нас охрана прям охрана. Там фиг кто пройдет на сцену или еще куда-то. И там она от начала до конца стоят охранники, через там каждый сантиметр несколько охранников. Тут вообще никого не было, то есть что-то вначале кто-то постоял, все, и потом вообще не было охраны. Вот, и так получилось, что она ближе, наверное, уже к концу выступления группы, она выбежала на сцену. Получается, она обняла Райана и побежала к Крису. Крис был с другой стороны. Он, конечно, от такого офигел, это мягко сказано было, потому что он почти чуть не упал со сцены. Если бы чуть-чуть, он, наверное, бы упал. Вот, у меня, по-моему, это где-то записано, если Даша захочет ставить, она это ставит. Но это очень большое неуважение к группе, очень большое неуважение к зрителям. И как бы это был первый город, и как бы так повести себя, ну, это некрасиво. Я просто, мне кажется, такое желание потом просто у группы будет, что не захотят они больше приезжать. Просто надо... что если когда ты что-то делаешь, думай головой. Я так считаю, что, ну, это было некрасиво. Вот, это был один из минусов. Второй минус — это организация. Организация нулевая, никакая. Получилось так, что я еще была на мите, я Meet & Greet покупала. Вот, и получается, во-первых, мит у нас задержали, во-вторых, на 50 человек, короче, в общем, типа, на каждого человека было по 1,5 минуты. Это... ну, вы понимаете, 50 человек, это чисто идет конвейер. Но еще плюс, то, что плюс еще задержали, там даже 1,5 минуты не выходило. Из тех митосов у меня получилось сделать селфи, потому что до меня не делали, после меня запретили делать, я не знаю почему, если честно. Вот, и получается, хотя организатор спросил, можно было сделать селфи. Девушка мне ответила да. Вот, получается, я сделала... ну, там, конечно, сами понимаете, что когда все это быстро делаешь, не самые супер крутые фотографии получаются. Вот. И они и нам еще давали там плакат, чтобы группа, ребята расписались на этом плакате. Ну, вы понимаете, что у МИФ все фотографии такие более темных тонах, и там красят плакат. Вот у них с последней фотосессии было там фиолетово-черные такие фотографии. И... угадайте, каким маркером они расписывались на этом плакате? Конечно же, черным. Поэтому я решила не подписывать плакат, а дать фотографии. Но у нас было так, что типа на один предмет можно только было подпись поставить. Вот, они расписались на фотографии, но расписались на Дашиной фотографии, поэтому она мне отдаст ее, я надеюсь. Вот, и получается... я успела только сказать, что я хочу подарить вам подарок, отдать подарок. Отдала быстро фотографию, не расписывались, пока они фотографии расписывались, я делала фотографии. И плюс три еще фотки делали профессиональные фотографы. Все. Ну, это было не очень, если честно. Как бы можно было подготовиться получше, чтобы люди, которые на мит пришли, не ждали, и те, которые не брали мит, а просто сразу на концерт, не стояли на жле. В этот день было холодно. И, получается, за нашего мита задержали вход ребятам, которые просто пришли на концерт. Поэтому вот так. Но концерт прям был шикарный. Прям все супер. Мне это понравилось. Вот. Но есть, конечно, плюсы и минусы, но плюсы перекрывают все. Поэтому я счастлива, если честно. Хоть по мне сейчас не видно, я просто уже устала, потому что у меня все болит. Поэтому я думаю, что вы меня поймете. Вот. Я надеюсь, что они еще когда-нибудь приедут в Россию, не только Москва и Питер, но и другие города. Поэтому будем на это надеяться.
Еще рядом со мной тут Ася есть, но она не хочет сниматься. Вы ее знаете по влогам из Германии, которые Даша снимала. Она тоже, кстати, была на концерте Motionless Invite. Ей все понравилось. Поэтому мы счастливы, мы рады. Сейчас мы находимся в парке Зарядье. Там есть Кремль, видно чуть-чуть. Вот, и получается, мы пойдем еще дальше гулять. Поэтому вот такие были новости. Я думаю, вам понравится такой... Но это будет, наверное, сам мини-мини-влог. И, наверное, все, я буду, наверное, заканчивать. Поэтому ждите Дашиных влогов. У меня там еще очень куча поездок, поэтому я думаю, она тоже будет снимать. Поэтому я с вами на этом прощаюсь. Пока, до новых встреч. Кстати, да, я, к сожалению, ничего не купила у Хаттери из мерча, потому что то ли все раскупили, я чисто не нашла. Я не знаю, что там были футболки, но, к сожалению, я ничего не нашла. Вот, а у Motionless Invite я купила все футболку, браслетики на розыгрыш, себе браслет и Даша браслет. Вот, и, кстати, не сильно помяли на этих концертах. У меня как бы есть два топ-концерта, которых я сравниваю по... того, как тебя там немножко толкает и так далее. Это вот я сравниваю с Adept и Smile She Sleeps. Вот, и здесь вообще прям чуть-чуть, у меня всего 4 синяка, чуть-чуть шея болела, потому что голову трясла, и все. На Хаттере, по-моему, вообще ничего не было, там вообще никто не толкался. Ну, это на то и понятно было, потому что там в основном девочки от 16 лет, может, поменьше, не знаю. Вот, и как бы они все такие, кстати, они были все такие нарядные, в плане того, что в коже, в портупее, ну, в общем, как Хаттери выглядели. Вот, можно было брать их на подтанцовку. Надо выезжать за пределы своего города на концерты, если у вас есть такая возможность, вы используете ее, не жалейте ни о чем потом, потому что, когда это все приходит, лучше попробовать и пожалеть, чем не попробовать и жалеть. Это будет намного лучше, когда вы это сделаете, поймете, получите кайф, удовольствие, эмоции, будете вспоминать всю жизнь, и у вас что-то останется в памяти, а не так, что типа, ну вот, они приехали, я не сходил, и все. И потом просто неизвестно, когда они еще приедут. Поэтому, если есть возможность, собирайте чемоданы, рюкзаки и езжайте. Пусть даже на 2-3 дня, но ради такого стоит ездить, поэтому лучше... Делайте так, я вам так скажу. Вот. И я надеюсь, что у вас это получится. Поэтому я прощаюсь с вами. До новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И всем желаю приятного дня, вечера или утра. Не знаю, когда это будете смотреть. И будет много сюрпризов, поэтому подписывайтесь, подписывайтесь, еще раз подписывайтесь. Всем пока!